Нынешнему отопительному сезону предшествовала масштабная работа. Начали готовиться к нему еще в мае. К несению нагрузок подготовлена ТЭЦ-2, две насосные станции, правобережная котельная и 43 блочных тепловых пункта. Проведены гидравлические испытания 527 километров теплосетей. Устранены все дефекты. Сегодня, 18 сентября, у нас старт отопительного сезона в городе Березники. Сегодня с утра у нас были развернуты понизительно-насосные станции. Это номер один в районе универсама 1 и номер два это на Советском проспекте. Всего в Березниках Т-плюс отвечает за теплоснабжение порядка 130 социальных объектов и около 1000 жилых домов. Тепло начинает появляться в детских садах, школах, больницах и других социально значимых объектах. На сайте администрации города размещен график подключения отопления. Если у вас возникли вопросы, обратитесь в свою управляющую компанию или ТСЖ.